Александр Андреевич знаменит своими шедеврами на библейскую тематику, но он был удивительно разноплановым художником, умел очень тонко и душевно писать картины природы. Неувидаемо новое впечатление производят такие пейзажи, как «Ветка», где все построено на ощущении глубокого контраста освещенной листвы, бесконечно богатой и по своей форме и цвету, с густой и прозрачной синевой небесного свода. Внизу расстилается берег, полускрытый голубым туманом. Есть какая-то особая радость в том, как во всем прослеживает он проявление растительных сил природы, обнаруживающих себя в структуре древесного ствола, в ветвях и листьях, ровно как в структуре человеческого тела и его костяки и мышцах, его движениях и цвете. Постепенно приобретает большую свободу и самостоятельность решений, работая над мотивами, которые должны были послужить ему в большой картине. Он иногда ограничивает себя в выборе предметов для более тщательного их изучения. И уже после пейзажей с панорамными мотивами художник для более детального изучения опять выделяет один предмет – ветку над водой в фоне дальних гор. Здесь сказывается вся та же способность художника вдохнуть жизнь в изображаемое. Одной ветки оказалось достаточно, чтобы в ней отразить радостную гармонию природы. Силой пластического постижения ветка превращается в символ. Следует остановиться на особенностях живописной манеры при работе над веткой. По-видимому, художник начинает работу с того, что прежде прокладывает светом небо. Это видно, поскольку небо просвечивает через тонкое наслоение далеких гор и сквозит в фоне. Горы спешно только намечены гибким, по акварельному прозрачным мазком. Используя небо как прокладку для фона, художник пишет следующий план широкими мазками. Такой широты исполнения у художника до этого, пожалуй, не было. От фона он отделяет внизу полосу воды, находящуюся на большом расстоянии, потому почти сливающуюся с ним в трепетной, живописной вибрации. На этом свободном, широко исполненном фоне особенно выделяется отточенная чеканка листвы. Это уже не однообразные листья зелени, вьющиеся по деревьям, и не серебристая масса листвы оливковых деревьев. Ветки даны одновременно и листва в целом, и каждый листок в отдельности. Тонко прослеживает все рефлексы, зная, что листва, обращенная к небу, будет иметь голубоватый оттенок, а обращенная к земле окажется более теплой. Но прослеживается это чрезвычайно тонко, несмотря на резкие, энергичные мазки листьев. В верхних листьях цвет более густой. В отдельных местах от него идут прозрачнейшие голубоватые тени. Другие же листья с легкой голубоватой обводкой. И этого достаточно, чтобы верхняя часть листвы оказалась погруженной в потоки воздуха, не теряя при этом устойчивой резкости освещенной солнцем массы. Теплый цвет зелени создается также оранжево-желтыми обводками. Но этого мало, так как ветка на картине одна и может показаться слишком вялой по цвету. Нужны энергичные цветовые акценты. Художник дублирует зеленые листья яркими, золотисто-желтыми. Местом между ними являются зеленые листья с оранжевыми вкраплениями. Рядом изумрудная листва. Изумрудные отсветы вспихивают по всей ветке, насыщая ее цветом. По интенсивности цвета листва и фон одинаковы. Локальный цвет фона сам по себе очень сложен и несет большую цветовую нагрузку. Вьющиеся мазки дополнительных цветов красного, желтого заставляют всю массу звенеть в напряжении.
Благодаря вкрапливанию других цветов художник смог удержаться на этой высшей ноте без оттенка грубой раскраски. Таким образом достигается целостность отчеканенной листвы и расплавленного фона. Открытые и в то же время сложные цвета ветки помогают восприятию пейзажа как части огромного гармонического мира природы.